можно бить. Даже еще одно попадание в штангу, и мяч теперь летит. Ворота, ну что, у меня отлизанное окончание. Футбол смотрит, останавливается, вдруг такой владеет. Смотрит, берет синими партнеров, будет через финиш. Зачастую не так много, вот здесь и не нужно этого оказалось. Того можно забить один. Мельников. Великолепный 1-2. Так, нет, прощается, давай, нет. Все, тебя. И не делал передачу, а почему с ним шагом. Галовский и пятка дается забить великолепный гол. Наверняка пойдет в подборку самых красивых забитых мячей. И вратарь уже у Сбербанка подключается, бьет сам! Как можно время? Сбербанк вырывает победу. 2-1. Все-таки дальний удар приносит МТС результаты. Видите? Вместо того, чтобы взять время и делать передачи назад. Под крестовину Карнаушевский мяч кладет. Второй гол на Д. Все сам делает 11 номер бонуса. Один из лучших игроков прошлого сезона. Выводит снова бонус вперед. 3-2. Стенки много игроков. И поаплодировать. Даже в отсутствии Мадьяра Мусорова есть кого забивать. Команды HSBC победа над MetLife со счетом 3-2 и поражение от Московского банка со счетом 1-2, ну а пока Русал. Все как всегда, два тайма по 10 минут с небольшим перерывом и сразу на первой минуте просто там откроет свой момент, забивает